начали слово о времени. Дело в том, что сегодня с утра я молилась, и я говорю: «Господь, в какую вообще я ложь верю?» Там был задан определенный вопрос, и у меня пришло такое понимание, и Бог мне показал песок. Я увидела песок и думаю: «Чё, к чему песок?» Захожу в Библию, набираю слово «песок», и у меня время «песок», что время уходит. Я в последнее время так часто говорю, что так время летит, все так быстро, все так происходит, и мы куда-то, и мы не успеваем, и у меня такие претензии к себе, к мужу, к обществу, что все так летит, а мы вот что-то мы там не делаем, не доделываем. Я набираю в симфонии слово «песок» в Библии, и выдает мне, что в Библии слово «песок» 28 раз. И нигде нет, что время «песок». Вообще нигде. Чаще всего Бог использует слово «песок» в Библии, когда говорит Аврааму, что «я тебя распространю», «я тебя…». То есть он говорит о том, что он о количестве. Я говорю: «Хорошо, о чем это вообще, время «песок»?» И Бог мне говорит: «Понимаешь, говорит, ты смотришь на свою жизнь в разрезе этого маленького времени в одной песчинке. Вот твоя жизнь здесь – это одна песчинка. В общем-то, вся жизнь – это бесконечно. То есть вот сколько песка есть на этой земле, вот столько наша жизнь. А тут ты живешь – это вот одна маленькая песчинка. И ты, говорит, столько времени концентрируешь на вот эту маленькую песчинку и ставишь цели такие, и столько претензий у тебя к себе и вообще к окружающим. Я к чему? К тому, что есть нечто большее, чем эта жизнь. Это не означает, что мы должны уничтожать эту жизнь, но в то же время мы не должны ставить цель, что вот надо все здесь успеть, надо все заработать, всего достичь, вырасти над собой. Он говорит: о чем ты? О чем ты? Ты понимаешь, что говорит вечность? Ты была в вечности, там нет времени, там нет начала, нет конца. Ты была создана в вечности. Ты просто, я тебя поместил, вот эту маленькую песчинку здесь, ты поживешь сейчас, и дальше потом ты пойдешь в вечности, а там зал, и Геннадий говорит: 10 тысяч световых лет. И вы представляете, каково мне было сегодня, когда я услышала: Геннадий говорит, я говорю: как? То есть вообще в одном духе, то, что действительно, я не то чтобы призываю церковь к тому, что да, забейте вы на эту песчинку. Нет, мы действительно должны строить здесь, расти над собой, да, но не ставить цель, фокус, что все, да, успеть все. И быть лучшими. Да, и быть лучшими. Так что благословляю вас.